Привет! Это Женя Тимонова и «Все как у зверей» — программа о том, в кого люди такие. В данном случае такие любители, знаете, бросить всю вот эту вот бытовуху, схватить свою любовь и рвануть куда-нибудь на Мальдивы. Там, где лето, солнце, песочек, пальмы и вечная жара. Хочется, да? Ну, еще бы всем хочется. Только не все знают, какой это риск. И риск не только там обгореть, схватить малярию, диарею или спустить все деньги. Нет. Жара может оказаться губительной для самого дорогого, что вы с собой туда взяли. Для ваших отношений. И вот сейчас именно из-за нее распадается самая красивая пара в мире. И мы, конечно же, бросили все и махнули на Мальдивы, чтобы на это посмотреть. По заказу строительной компании Urban Group и жилого комплекса «Город набережных» — драма «Развод прораба Кораллова». Участники драмы: Коралловый Палип Палипыч, строитель, и ЗАГС Антелла Симбиодиниум, домохозяйка. Палип Палипыч не просто строитель, а потомственный, самый лучший в биосфере. Он построил не только само государство Мальдивы, но и всю индустрию тропического дайвинга и, конечно же, самый крупный биогенный объект в мире – Большой барьерный риф, который протянулся аж на 2500 километров, то есть практически как от Москвы до Новосибирска. И все вот это вот он строит из чистого биогенного известняка, который, как всякий настоящий прораб, умеет извлекать его буквально из воздуха, ну, в данном случае из воды. Извлекает из морской воды растворенный карбонат кальция и строит из него аккуратненький экзоскелетик. А потом на него еще один, то есть буквально костьми ложится на веренном ему объекте. И, конечно же, спрос на такую недвижимость вот ну просто бешеный. Коралловые рифы – это самый богатый биоценоз на всей планете. Рай на костях своих строителей. Как, собственно, Лоуренс и говорил, коралловые рифы, как и человеческой цивилизации, стоят на скелетах своих создателей. Но как за каждым успешным политиком, так и за каждым успешным полипом стоит его скромная незаметная водоросль. ЗАГС Антелла Симбиодиниум, домохозяйка. Простая, красивая и занята по дому настолько, что вообще никогда из него не выходит. А дом ее как раз Палип Палипыч. И вот как это получилось. Однажды ЗАГС Антелла, тогда еще молодая, свободная зооспора, плыла себе мимо Палип Палипыча, и тут он хватит ее в свои ручищи наглые и в рот. «Мама, мама, смотри, там дядя тетю ест!» «Да ну что-то, они целуются!» «О, нет, и правда ест!» Но не съел он ее, потому что понравилось. Вот если бы не понравилось, то действительно проглотил бы, переварил или, наоборот, выплюнул. Но поскольку ЗАГС Антелла пришлась ему по нраву, то Палип Палипыч прописал ее внутри себя вместе с другими такими же ЗАГС Антеллами. Да, Палипыч наш многоженец. Ну или как это, много кто. Много. Короче, радушный хозяин. На одном квадратном сантиметре его гастродермы уютно разместились сотни тысяч симбионтов одноклеточных водорослей ЗАГС Антелла. И это, между прочим, его очень-очень красит. Потому что фантастическая красота коралловых рифов – это как раз сочетание вот причудливой формы коралла и яркого пигмента водорослей. Причем пигмента фотосинтезирующего. То есть ЗАГС Антелла не только наряжают своего хозяина, но и снабжают дефицитным в южных морях кислородом. И кормят сладенькими продуктами фотосинтеза. Да так хорошо, что некоторые полипы, несмотря на то, что они вообще-то кнедарии, стрекающие кишечно-полостные, совершенно разучились охотиться. Утратили боевые кнедоциты, забыли вкус сырого планктона и полностью перешли на легко усвояемую домашнюю кухню. Глицерины, говоришь? Причем полип, как настоящее животное, в ответ на такую заботу о себе еще и говнится, выделяя мочевину, углекислоту и прочие продукты распада. Но водоросли этому рады. Дерьмо любимого – это лучшее удобрение. В общем, притерлись и живут, не хуже других, миллионы лет. Но вот в прошлом веке что-то пошло не так. И этот союз начал распадаться. ЗАГС Антелла массово покидают коралловые полипы, те от этого бледнеют, хереют и дохнут. Да так быстро, что за буквально 30 лет площадь живых коралловых рифов сократилась на треть. Ученые посчитали, что если так пойдет и дальше, то к 30-му году коралловые рифы вымрут полностью. Забили тревогу, назвали процесс coral bleaching, выцветание кораллов, объявили его одной из самых главных экологических проблем на сегодня и стали выяснять, кто же виноват. И выяснили. Виновата
жара. Сильнее всего цветение кораллов идет в Великом коралловом треугольнике. Филиппины, Мальдивы и вот как раз Большой барьерный риф, которому досталось сильнее всех. И виновата в этом не только кругом виноватое глобальное потепление, но и то, что в этом регионе порезвились два урагана. Эль-Ниньо – мальчик и Ла-Нинья – девочка. Ребята навели на районе такого шороха, что вода в результате нагрелась, ну вот буквально на пару градусов. Кажется, пара градусов, кто это вообще заметит? Но заметили. Вся беда в том, что кораллы – стенобионты и могут жить только в очень узеньком диапазоне значений. То есть они такие вот жесткие ценители стабильности во всем. Прозрачность, освещенность, кислотность и, конечно же, температура. Градус лево, градус право – все, стреляю. И стреляет своими же симбионтами. У полипа существует система экстренного катапультирования водорослей, если она заболела, не работает или плохо себя ведет. Но в данном случае кораллы выпинывают совершенно здоровые фотосинтезирующие клетки, после чего сами хереют и гибнут. Вот почему они так? Сценарий первый. От жары водоросли в стрессе. Она перегрелась, стала слишком чувствительной, перестала себя контролировать и на ярком свету начала вырабатывать, кроме нормального кислорода, еще и активные его формы. А это ужасный яд. То есть травит своего полипа перекисью. Он, как благородный человек, первое время пытался справляться с этим, удвоив дозу антиоксидантов, но когда это перестало помогать, был просто вынужден вернуть сдуревшую клетку, где взял. Сценарий второй. С водорослью все нормально, но у полипа от жары начала глючить система диагностики, началась паранойя и галлюцинации. Чу, я слышу запах перекиси. Ты хочешь отравить меня, Заксантелла? Ха-ха, не выйдет! Молись теперь и убирайся к маме. И дай мне тихо сдохнуть одному. Выцветшие кораллы не погибают сразу. Некоторые привыкают поменьше дышать, вспоминают, как охотятся и живут себе дальше. Некрасивые, зато независимые. Некоторые вступают в повторный симбиоз. Но большинство просто сидят бледные, голодные, несчастные и рано или поздно дохнут. Вот как раз на южных Мальдивах мы видели таких целые мертвые города. И это, честно говоря, жуткое зрелище. Но, к счастью, не все так безнадежно, потому что кораллы и Заксантеллы, как и люди, все разные, и отношения у них тоже бывают разные. И даже когда весь мир сходит с ума, всегда найдется кто-то, кто даже ничего не заметит. Оказалось, что существуют кораллы, которые не подвержены обесцвечиванию, и даже среди самой адской жары продолжают себе расти и размножаться совершенно как ни в чем не бывало. В чем секрет стабильности ваших отношений, спрашивают ученые, и сами же отвечают. Забота. Некоторые полипы научились вырабатывать пигмент, который экранирует их зооксантел от избыточной инсоляции. А нет пересвета, нет перекиси, нет проблем. Поэтому love is – это держать над ней зонтик от солнца. Второе. Спокойствие. Оказалось, что некоторые генетические линии симбиодиниумов изначально очень устойчивы к стрессу. И даже в любую жару они не порят горячку, не гонят перекись и не провоцируют конфликты своим сожителям. И самое ценное, что они передают вот это вот свое спокойствие замечательное своим дочерним клеткам. То есть, удачно поймав одну идеальную зооксантеллу, полипчик может наштамповать их себе, да ну вот просто сколько влезет. Ученых очень интересуют проблемы кораллов, но кораллы без проблем интересуют их еще больше, потому что это кораллы будущего. Именно их потомки покроют сегодняшние коралловые пустыри, и именно на них будут любоваться наши внуки, когда бросят все и махнут на Мальдивы. Ну да, внуки, потому что дело это в масштабах человеческой жизни совсем не быстрое. Так что похоже, выцветание кораллов – это не конец коралловых рифов, а кризис. Время, когда старые уходят, чтобы дать место новому. Такому же, только чуть более заботливому, чуть более спокойному и чуть более терпимому друг к другу. Кроткие наследуют землю, даже если это море. С вами было «Все как у зверей». Пока!
Когда-то Зооксантелла, еще молодая, свободная зооспора, плыла мимо Полип Полипыча, и тут он хватит ее своими руками. Класс! Зооксантелла, симбиодиниум. Это семейный склеп Полип Полипычей. Хомяки! Хомяки, сейчас пойдете на корм рыбам, разбушевавшиеся симбионты. С вами было «Все как у зверей». Пока! И поскольку запоминается последнее слово, строительная компания «Урбан Групп». Последнее слово.